На скамье подсудимых пятеро обвиняемых. Бывшим охранником одного из ночных клубов города вменялись грабеж, вымогательство, хулиганство в составе организованной группы. Судебное разбирательство длилось 5 месяцев. Опрошено более 20 пострадавших и 70 свидетелей. К слову, большинство из них не так-то легко было увидеть в зале суда. Ведь дело давнее. Первый эпизод произошел еще в 2004 году. Все они признаны виновными в совершении этих уголовно наказуемых деяний. Вынесен обвинительный приговор. Исходя из содеянного, назначены различные сроки наказания в виде реальных лишений свободы. Прокурор требовал от 3 до 12 лет лишения свободы. В результате максимальный срок наказания составил 7 лет. В ходе судебного разбирательства не подтвердился факт наличия организованной группы. Исходя из того приговора, который огласил сегодня суд, понятно, что не в полной мере квалификация нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания. Дело было достаточно сложным, многоэпизодным, длительным. Было допрошено очень много участников, потерпевших, свидетелей. Поэтому в данной ситуации, исходя из того, какова будет позиция самих обвиняемых, будут ли они согласны, либо не согласны с той квалификацией, которая им была применена в ходе оглашенного приговора, будет решен вопрос об обжаловании. Скорее всего, точка в деле не поставлена, хотя такого объективного приговора не ожидали ни обвиняемые, ни их родственники. Илона Шавловская, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».